не дотягиваете до зарплаты? Дотянем! Отличные наличные займы до зарплаты. Первое в Туве. Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении почетного звания заслуженный журналист Российской Федерации, главному редактору газеты «Центр Азии», заместителю председателя Союза журналистов Тувы Надежде Антуфьевой. Надежда Мухарбековна стала 16-м журналистом в России и первой в Туве, удостоившейся столь высокого звания. Напомним, в июле прошлого года Владимир Путин подписал указ, согласно которому установлены новые почетные звания. Это заслуженный журналист Российской Федерации и заслуженный работник связи и информации России. Согласно положениям, почетные звания присваиваются журналистам и редакторам, работникам связи средств массовой информации и массовых коммуникаций за личные заслуги. Звание присваивается, как правило, не ранее, чем через 20 лет с начала осуществления профессиональной деятельности и при наличии отраслевых наград федеральных и региональных органов власти. Вопрос о почетном звании для заслуженных представителей прессы поднял глава Союза журналистов России Владимир Соловьев на встрече с президентом России с главными редакторами российских СМИ, приуроченной ко Дню российской печати в январе прошлого года. Первое поздравила, как всегда, председатель Союза журналистов регионального отделения Союза журналистов России Эльвира Сергеевна Лифанова. Сначала я не поверила, вернее, поверила, но решила проверить. Все журналисты должны все проверять. Действительно, нашла указ, увидела фамилию и поняла, что все правильно. И на самом деле поначалу и растерялась, и обрадовалась. Потому что это огромный груз ответственности. Заслуженный журналист России и 16-й звание в стране. Кстати, огромное спасибо Владимиру Геннадьевичу Соловьеву, председателю Союза журналистов России. Это он пробил это звание по его инициативе. Это произошло. И это на самом деле очень важно для журналистов, для ветеранов журналистики всей страны. Так что теперь не удастся мне самой себе доказывать, что я уже все сделала, что могла, и пускай теперь работаю в Союзе журналистов молодые. Никуда не деться, надо работать и делать все, чтобы наше журналистское сообщество равнялось все-таки на лучшие образцы классической российской, советской и мировой журналистики. Главная автомобильная артерия Тувы – это трасса федерального значения Р-257 «Енисей», соединяющая республику с другими регионами. На въезде в Туву в Турано-Уюкской котловине расположен стационарный пост ДПС «Шевелик». Специфика службы на стационарном посту отличается от линейных, то есть уличных патрулей. Здесь останавливают водителей не только за допущенные при движении нарушения, а также для проверки документов, досмотра и осмотра салона, сверки номеров машин и не только. Доброе утро. Саша, инспектор ДПС, лейтенант Сырин. Документы на проверочку подготовьте. Откуда едете и куда? С Абакана в Кызыл. Кызыл. По работе? Так, да, по работе. Угу. Пассажиры есть у вас? Нет, один. Угу. Надолго к нам? Как пойдет. Понял. Багажник есть у вас? За сутки через пост проезжает свыше 500 автомобилей. В месяц около 15-20 тысяч транспортных средств. Ежедневно сотрудниками полиции стационарного поста ДПС «Шевелик» пресекаются попытки ввоза в республику нелицензированного алкоголя и спиртосодержащей продукции. Всего с начала года через Шевеликский пост зарегистрировано около 30 фактов перевозки спиртосодержащей жидкости и алкогольной продукции. Инспекторами из незаконного оборота было изъято 72 тонны контрафакта. Кроме того, сотрудники поста препятствуют ввозу и вывозу наркотических и психотропных веществ. Чего стоит недавний случай незаконной перевозки из региона крупной партии наркотиков. В топливном баке легкового автомобиля обнаружены две прозрачные пластиковые бутылки объемом в 1 литр каждая с порошкообразным содержимым светло-коричневого цвета. Экспертиза показала, что это был гашиш массой более 500 грамм. Люди пытаются найти какие-то новые методы перевозки, какие-то потайные предметы, тайники. Их очень много. Бывало, случаи перевозят в бутылках из-под молока, из-под кефира.
Был случай даже перевозки внутри пирожков. Такие случаи тоже были. Проявлять бдительность – главная задача несения службы дорожных инспекторов. Профессиональное чутье помогает выявлять тех, кто проявляет подозрительную настороженность и беспокойство. Человек думает, что он не волнуется, но когда при встрече с инспектором, так или иначе, он дает слабину, и инспектор об этом понимает. Это служебные просто такие моменты, и инспектор он чувствует это. И зачастую бывает то, что он его это чувство не подводит. Всего пост обслуживает участок протяженностью около 100 километров. Основная задача – это выявление транспортных средств, находящихся в угоне, розыске, а также контроль за скоростным режимом на доверенном участке. Я законопослушный гражданин, ничего такого не перевожу. Ездил в республику, еду обратно домой. Сам пост ДПС «Шевелих» – типовое одноэтажное здание. Широкие окна дают обзор в три стороны. В помещении имеется вся необходимая техника для установления личности как водителей, так и пассажиров. В этой базе данных имеется полная информация на каждого жителя России. Давайте проверим, какие правонарушения были у меня, административные или уголовные. За вами никаких ни административных, ни уголовных нарушений нету. История поста берет начало с 91 года. Сначала он действовал как таможенный пункт с обеспечением безопасности дорожного движения. А с начала 2000-х годов начал работу как отдельный стационарный пост ДПС. С тех пор неизменным остается одно. Ежедневно инспекторы предотвращают поставку контрафактного алкоголя и наркотиков, порой рискуя своими жизнями. Правительство Тувы утвердило составы рабочих групп, которые войдут в оргкомитет по подготовке мероприятий, посвященных столетию со дня образования Тувинской Народной Республики. Таких групп во главе с вице-премьерами правительства Тувы будет 10. Они сформированы по направлениям деятельности, включая строительство, сельское хозяйство, благоустройство территории, топливно-энергетический комплекс и другие. Общее руководство оргкомитетом глава республики оставил за собой. Сформированным группам он поручил до 2 июля разработать и представить план мероприятий в честь юбилея. Предполагается, что его основу составят проекты в различных областях хозяйственного комплекса. Их реализация рассчитана на срок до 3 лет – с 2019 по 2021 годы. Органам местного самоуправления правительства республики рекомендовало создать такие же организационные комитеты и подготовить аналогичные планы. В России ввели новый штраф. Уже этим летом любителям костров в лесу придется платить штраф за нарушение режима чрезвычайной ситуации в лесах, возникшей вследствие лесных пожаров. Президентом подписан закон о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях. Режим чрезвычайной ситуации вводится в лесах в случае возникновения крупных пожаров. Посещать леса в этом случае запрещено. Но россияне запрет игнорируют и, более того, разводят костры, нарушая правила пожарной безопасности, отмечают специалисты. По вине людей возникает 80% лесных пожаров. Теперь граждане заплатят от 4 до 5 тысяч рублей, должностные лица от 20 до 40 тысяч рублей. Назначены штрафы и для юридических лиц. Они значительно выше. К прямой линии с президентом России Владимиром Путиным зарегистрировано 610 тысяч обращений. Так, свыше 300 тысяч обращений приходится на телефонные звонки. На втором месте СМС-сообщения. Третье место – вопросы через мобильное приложение. Около 22 тысяч через социальные сети, 21 тысяча обращений было зарегистрировано через сайт прямой линии. Напомним, что прямая линия с Владимиром Путиным пройдет в этом году в 17-й раз. Президент России пообщается со гражданами в четверг, 20 июня, в полдень по Москве. Прямая линия с Путиным проходит ежегодно, кроме 2004 и 2012 годов. Вопросы можно задать через сайт программы «Москва-путину.ру», через специальное приложение для смартфонов «Москва Путину», а также через официальные группы программы в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил вице-премьеру Дмитрию Казаку, курирующему в правительстве топливно-энергетический комплекс, разобраться с информацией о росте цен на бензин на Дальнем Востоке и в Сибири и принять меры при необходимости. Глава правительства обратил внимание, что в отдельных регионах страны зафиксирован рост стоимости бензина. Медведев отметил, что в сообщениях упоминаются заправки «Газпромнефти» и некоторые другие. Премьер попросил Дмитрия Казака разобраться с этой информацией, и если это какие-то системы,
системные вещи, в случае необходимости принять решения, которые в правительстве неоднократно обсуждали. В Туве и в Петрозаводске топливо стало дороже почти на 3 рубля. Подорожание бензина отмечено также в Иркутской, Кемеровской, Новосибирской областях, Забайкальском крае, Казани, Омске, Алтайском крае, Петрозаводске, на Сахалине и в Красноярском крае. По данным Росстата, с 3 по 9 июня подорожание бензина было зафиксировано в 58 регионах России. На Тувинских АЗС литр бензина марки АИ-95 с мая подорожал с 41 рубля 58 копеек до 44 рублей 32 копеек. АИ-92 с 39 рублей 58 копеек до 41 рубля 86 копеек. И о курсах валют. Доллар сегодня стоит 64 рубля 34 копейки, евро 72 рубля 23 копейки. Компания «Автотрек-17» «ГЛОНАСС GPS» объявляет конкурс на 2 открытые вакансии в отдел продаж. Резюме принимаются до 19 июня на WhatsApp или Viber. Справки по телефону 8 983 518 96 87. Все о дорожных происшествиях и криминальных событиях, наблюдения очевидцев и собственные шокирующие репортажи. От поучительного до абсурдного. Смотрите каждую среду в 19 часов в программе «Патруль» на телеканале «Новый век». Торжественное вручение сертификатов на получение нагрудного знака и удостоверения «Почетный донор России» прошло в Доме народного творчества во Всемирный день донора крови. Этого звания удостоено 29 жителей Тувы. Знаки отличия виновникам торжества вручил главный врач станции переливания крови Ая Сандар. Нынешние почетные доноры – это люди самого разного возраста и профессий. Но всех их объединяет одно – это желание помогать. У нас же раньше большие организации были, когда вот что-нибудь случится и требовалась кровь. Ну, мы всегда откликались, чтобы помочь людям. Хорошие поздравили, цветы подарили. Вот. Но мы все равно будем кровь сдавать, хоть и вот, да, пока есть возможность, пока есть здоровье. Во многих экстренных ситуациях за жизнь пациента наряду с врачами борются и доноры крови. Живое лекарство можно получить только от донора, который всегда в любое время готов безвозмездно отдать частичку своей крови всем нуждающимся. Всего по состоянию на 31 декабря прошлого года из 11 тысяч доноров в Туве числится 263 почетных донора. Один донор, как минимум, можно спасти 3 человеческих жизни, получается. Это он цельную кровь сдает, мы центрифугируем, получается R-масса, во-первых, плазма, потом тромбомасса. Ну, еще возможно, что на центрифугу разделить еще на лейкомассу. Итого получается даже 4 жизни. Один донор, посетив один раз станцию переливания крови, может спасти жизни. Стоит отметить, что звание «Почетный донор России» присуждается гражданам, сдавшим безвозмездно кровь 40 и более раз или плазму крови 60 и более раз. Донору неизвестно, кому будет перелита его кровь в дальнейшем, но это не столь важно. Главное то, что чья-то жизнь будет спасена. Доноры не требуют каких-либо вознаграждений. Помогать ближнему – это смысл их жизни. Но государством предусмотрены награды и меры социальной поддержки для отдельных категорий доноров. К примеру, почетные доноры. Это удостоверение дает право на получение единовременной денежной выплаты. Один раз в год. В текущем году мы выплатили 13 тысяч рублей каждому донору. Помимо всех льгот, положенных донорам по праву, почетный донор имеет еще ряд преимуществ. Это право выбора времени отпуска в любое удобное для себя время. Медицинская помощь в государственных учреждениях системы здравоохранения вне очереди. Внеочередное право на получение льготных путевок на санаторно-курортное лечение по месту работы или учебы, а также ежегодная денежная выплата.
поликлиники в России будут сертифицированы. Медучреждения получат звезды, как принято при оценке уровня работы отелей в турбизнесе. Разделить на категории предполагается учреждения, работающие по проекту «Бережливая поликлиника». К проекту присоединилось уже более 4000 медицинских учреждений России. К 2024 году таковых должно быть около 7000. Утвердить стандарты бережливых поликлиник президент России Владимир Путин поручил правительству в феврале. Проект предполагает изменение качества организации работы первичного звена здравоохранения, то есть запись к врачам, график приема пациентов, обустройство внутреннего пространства. Принципы бережливой поликлиники постепенно начнут внедрять стационары и детские поликлиники. Результат оценки перестройки будет виден по тем самым звездам. Принципы сертификации разрабатывают Минздрав и Росздравнадзор. Как сообщает Министерство образования и науки Тувы, власти республики намерены в 2019 году в рамках национального проекта образования отремонтировать 12 спортивных залов сельских школ, оснастить спортивным инвентарем 10 сельских школ и обновить 5 спортивных площадок. На эти цели из федерального бюджета республика получила более 33 миллионов рублей. Средства выделены в рамках реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование». Отмечается, что будет не только ремонт, но и то, что 10 школ получат спортивный инвентарь. Здесь также предусмотрена возможность обновления 5 плоскостных сооружений, то есть пришкольных стадионов. Это все будет влиять не только на повышение результатов при сдаче норм ГТО, но и на здоровый образ жизни, на воспитание спортивного поведения детей и увеличение охвата детей физкультурой и спортом в сельской местности. Всего в этом году 27 сельских школ получат поддержку на развитие спорта. В Туве с 26 по 30 июня пройдет третий международный этнический фестиваль «Зов 13 шаманов». В этом году фестиваль будет проходить в 9 километрах от города Кызыла. Участников ждет коллективная установка обрядового столба, гнездо счастья, символа сохранения мира, мастер-классы по раскрытию природного голоса и изготовлению бубна. Организаторы конкурса сообщают, что участником может стать каждый. Международный этнический фестиваль «Зов 13 шаманов» проходит в Туве в третий раз. Автор и организатор проекта потомственный шаман и кюмежи Николай Оржак. Каждый новый займ больше предыдущего, и каждый последующий займ еще больше. Отличные наличные. Больше займов, больше сумма. В ближайшие сутки по республике ожидается переменная облачность, местами небольшие и умеренные дожди, грозы. В Кызыле переменная облачность без осадков. Ветер западный от 4 до 9 метров в секунду. Днем порывы до 11. Температура воздуха ночью плюс 10, плюс 12 градусов. Днем плюс 30, плюс 32. Каждый новый займ больше предыдущего. И каждый последующий займ еще больше. Отличные наличные. Больше займов, больше сумма. За правильными деньгами в правильные займы. Для новых клиентов выгодные предложения. Телефон 595 555.